Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Четверть всей преступности в Кировской области – мошенничество с банковскими картами. За 6 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано более 2300 краж и мошенничеств, совершенных дистанционно. За год их число увеличилось на 10%. Раскрыто только каждое шестое преступление. К уголовной ответственности привлечено более 300 человек. Доля хищения денег с использованием информационных технологий в структуре преступлений против собственности превысило 40%, а в структуре всех преступных посягательств 25%. Ущерб превысил 220 миллионов рублей, в два раза больше, чем год назад, сообщают в УМВД. Программа «Экономика». В Кировской области растет доля ввода индивидуальных домов. По данным Минстроя, в первом полугодии 2021-го в регионе введено в эксплуатацию 186 тысяч квадратных метров жилья, 114 тысяч здесь индивидуальные. По итогам прошлого года на такое жилье приходилось менее половины введенного объема, как и в 2019 году. При этом стоит отметить, что в целом объемы строительства падают, поэтому доля, приходящаяся на ИЖС, увеличивается. Это происходит по всей стране. Напомню, что законодательство считает объектами индивидуального жилищного строительства отдельно стоящие здания с количеством надземных этажей до 3, высотой не более 20 метров. Экономика на 101 FM. Судебным приставам приходят поддельные документы из судов. Таких случаев зафиксировано 9 с начала года. По двум фактам уже возбуждены уголовные дела. Все поступившие исполнительные документы с признаками подделки выданы судами Московской области и города Москвы. Взыскиваемая сумма превышает в каждом случае 400 тысяч рублей. Так, в Нововятское отделение судебных приставов поступил документ якобы от арбитражного суда Московской области в отношении Кировской организации о взыскании долга в пользу ИПС. Сумма 473 тысячи рублей. При проверке выяснилось, что сторонами по делу являются другие лица. Исполнительных документов в отношении кировской организации не выдавалось. О подобных случаях сообщается и в других регионах. Так, на Кубани приставы получают документы о взыскании зарплат с юрлиц, которые на самом деле никому не должны. Экономика. В завершение о валютах. Курс доллара на сегодня 73 рубля 19 копеек. Официальный евро 86,86. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.